С недавних пор такой пирог на скорую руку. Сочный, вкусный, я готовлю часто. Для начинки берем ветчину и нарезаем мелко соломкой. Добавляем чеснок, твердый сыр, зелень укропа, сушеные травы, помидорку и кетчуп. Хорошо перемешиваем. Слоеное тесто немного раскатываем. И на противень, смазанный маслом, выкладываем тесто, на тесто начинку. Сверху можно посыпать сыром и закрываем вторым слоем теста. Защипываем края. Смазываем желтком, разведенным с водой. И если осталось тесто, можно украсить. Потом отправляем в духовку на 180 градусов на 20-25 минут.